как птица чикает. Да. Возле мест гуляют, отдыхают работники. Видите, какая у них чистая форма? Ну, они рабочие. Посмотрите, какие они яркие, желтые, зеленые, оранжевые. Красавцы, да? Так, это программа Sailing Lagoon. Начала работать с 1930 года. Парусные всякие молодежные клубы. Там, да, вон они, лодки. Ну, да, блин, да, потом. А, да. Смотрите, построен длинный такой, не знаю, мост или что это. Вот видите, кусочек земли. Аж на тот берег. Вот этот весь участок земли, это все вода. Но там, наверное, мост. Или хоть не знаю что. Он все строится. Да, птицы, которые мы тут можем найти. Double Crested Cormorant, Brent, Common Loon, мне кажется, утка, Common Eider, Red-breasted Merganser, Purple Sandpiper, Bufflehead, Great Egret, Common Tern, Ring-billed Gull, Gull — это чаечка. Вот еще herring gull. Видишь, они отличаются. Вау, смотри, three types of gull. Три чаечки. Это большая. Great black, the herring and ring-billed. А это называется great egret. Интересно, да? Да, мы дошли до дороги. Короче, она выложена вся из камня. Видите, вот этот мост по бокам выложен из камня. А вот там, видите, сидят чаечки. У них свой домик. Да, какая утка прикольная. О, она ушла под воду. Ну ладно, пошла кушать. Чайчика, уточка. Вот видите, как все ровненько подстрижено. Ровненько-прировненько. Ровненько-прировненько подстрижено. Люди бегают. Такие интересные краны. Я даже не знаю, что это такое, но... Очень интересно, вы смотрите, еще раз покурите. Да? Интересно, они как-то стоят. Это что, подъемный кран или что это?